Конференция «Молодежь против экстремизма» проходит в Нефтеюганске 5-й год подряд. Инициатором стала детская школа искусств. Среди участников – ученики 7-11 классов. Сегодняшнее мероприятие является одним из элементов целостного механизма, который направлен защищать информационное пространство от проникновения любых идей терроризма и идей, оправдывающих вообще террористическую экстремистскую деятельность. В этом году представлено 16 докладов. Примечательно, что поделиться своими мыслями решили не только дети, но и педагоги. Среди тем межнациональное согласие, роль искусства и спорта в воспитании современного поколения, а также патриотизм как возможность борьбы с экстремизмом. Благодаря этой конференции мы видим, что ребята, наша молодежь, они обращают огромное внимание на вот это негативное воздействие. Они, в принципе, стараются противостоять всему этому вот своими какими-то мыслями, идеями. Семиклассники Дарья и Александр впервые участвуют в конференции. Темой экстремизма ребята заинтересовались на уроках, когда узнали про бесланскую трагедию, произошедшую 16 лет назад. Стали изучать проблему и пришли к выводу, что современным детям нужно быть начеку. Мы считаем, что дети самые уязвимые, и они могут поддаться этому всему. То есть в интернете сейчас многие подростки сидят, и есть много информации на тему терроризма. По мнению организаторов, подобные встречи помогут обезопасить школьников от влияния экстремистских группировок. И для закрепления результата предлагают приобщиться к искусству, которое воспитывает, просвещает и обогащает. Инна Новикова, Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».